Это еще что? Как вы все знаете, один из наших вкладов был украден. Довольно небольшая была сумма. 68 миллионов. Что за тупица решился украсть у нас? Жалкий псих в дешевом костюме и гриме. Это не проблема, он никто. Проблема в том, что полиция отслеживает наши деньги. Благодаря достоверным источникам мистера Морони, мы знаем, что полиция раскрыла все наши банки с помощью меченых купюр. И хочет сегодня конфисковать все ваши средства. И поскольку новый окружной прокурор вывел всех моих конкурентов из дела, я ваш единственный вариант. И что ты предлагаешь? Перевести все вклады в одно безопасное место. И это не банк. А что это? Никто не должен знать, кроме меня. Если полиция надавит на одного из вас, деньги всех остальных будут под угрозой. А что им помешает поймать тебя? Я лечу в Гонконг, подальше от юрисдикции Дента. А китайцы не экстрадируют своих. Как быстро ты перевезешь деньги? Я уже их перевез. В данном случае я не мог ждать вашего разрешения. Не сомневайтесь, ваши деньги в безопасности. А я думал, у меня шутки плохие. Назови хоть одну причину не отрывать тебе башку прямо сейчас. Как насчет фокуса? Я заставлю карандаш исчезнуть. Та-дам! Он испарился. А, и кстати, костюм вовсе не дешевый. Вы же сами его купили. Сядь. Я хочу услышать его предложение. Отмотаем время на год назад. Эти копы и прокуроры тогда не перебегали вам дорогу. А теперь, в чем дело? У вас у всех яйца отвалились? А? Ведь такие, как я, чокнутые. Люди вроде меня. Слушайте, я знаю, почему вы проводите свои занятия по групповой терапии лишь при дневном свете. Я знаю, почему вы боитесь выходить ночью. Бэтмен. Бэтмен показал Готэму ваше истинное лицо, к сожалению. Дент, это только начало. И что касается этого телевизионного, так сказать, плана, у Бэтмена нет юрисдикции. Он найдет его и раздавит, как букашку. Я с одного взгляда вижу стукачей и... Что ты предлагаешь? Все очень просто, мы убьем Бэтмена. Если это так просто, почему ты этого еще не сделал? Если умеешь что-то, не делай это бесплатно. Сколько ты хочешь? Половину. Ты спятил? Нет, вовсе нет. Я не спятил. Если мы не разберемся с этим сейчас, скоро малыш Гэмбл, да, не сможет купить даже косяк своей бабули. Хватит с меня клоуна! Тихо, не гори. Давайте будем держать себя в руках. Ты думаешь, можешь обокрасть нас и спокойно уйти? Да. Я объявляю награду. 500 штук за голову этого клоуна. 1 000 000 за живого. Хочу его хорошим манерам научить. Ладно, давайте так. Лучше вы мне позвоните, когда начнете относиться к этому хоть немного серьезнее. Вот моя визитка. Mm-hmm.